Наш Бог є достойний подяки і прославлення, і співчуваю родині Кузьмінчуків, родині сестри Раї. Всі, хто тут є сьогодні присутні, ми маємо надію. Знаєте, сьогодні Боже Слово до нас говорить, я читаю об'явлення Івана Богослова, 21 розділ, з 1 вірша. І бачив я небо нове і нову землю, перше бо небо та перша земля проминула, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде із ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і вже не буде смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Слава Господу! Господь достойний подяки. Знаєте, ми сьогодні живемо, і є різні скорботи, є різні переживання. Бог наш допускає, знаєте, часом в нашому житті переживання, щоб ми стали кращими. Але, знаєте, прийде час, коли все це проминеться. Сестра Рея, вона вже перейшла. Її життя було, знаєте, коли я з нею говорив по телефону останній раз, вона казала, каже: «Тяжко, каже, без служіння. Тяжко, я хочу служіння. Інші, каже, карантин, там все інше, їм проще. І, можливо, знаєте, вони не так аж рвуться в служіння, мені я хочу служіння». Її життя, знаєте, вона хотіла бути у служінні. І сьогодні, я так розумію, вона перед престорадіє, перед престолом Господнім. Вона в присутності Божій радується, що там, де Бог, кожну сльозу зітре. Давайте ми просто зараз в нашій молитві, ми просто встанемо, подякуємо Господеві, що Він дає нам цю надію в наших серцях. В ім'я Ісуса Христа дякуємо Тобі, Боже наш. Господи, звеличуємо, прославляємо Твоє ім'я святе, Господи. Ти достойний, достойний, Господи, Боже наш. Достойний подяки, Господи, і прославлення, Господь, Боже наш. Ти, Бог наш, Господи, Боже наш. Дякуємо, Господи, слава, звеличуємо, Господи. Прославляємо Твоє святе ім'я, Господь, Боже наш. Господи, Ти, Господи, Боже наш, даєш нам надію, Господь, Боже наш. Не так, як інші, Господи, що, Господи, розлука, Господи, і вже без надії, Господь. Ми маємо надію, Господи, на зустріч перед престолом Твоїм. Ми дякуємо Тобі за все. Славимо Тебе, Боже наш, Господи. Ти достойний подяки, Господь. Благослови весь хід цього служіння. Благослови, Господи, Боже наш. Господи, родину, Господи, потіж, Господи, Боже наш. Потіж брата Костю, Господи, Боже наш. Господи, дочок, Господь, Боже наш. Благослови всіх, Господи, всю родину, Господь. Боже наш, Ти сильний, всемогутній Бог, Господь. Ти, Господи, Боже наш, Господи, можеш розрадити. Господи, Ти не тільки там, Ти і тут можеш витерти всіляку сльозу, Господь. Господи, ми дякуємо Тобі за це. Благослови, Господи, благослови весь хід цього служіння. Нехай, Господи, Боже наш, Слово Твоє поширюється, Господи, і розповсюджується рясно, Господь, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за все. Слава Тобі, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. Хліб наш насущний подавай нам на кожний день, і прости нам долги наші, як і ми прощаємо довгам нашим. І не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твоє є царство, і сила, і слава. Брати, сестри, перед початком заспіваємо псалом: «О наш Отець на небесах». Наш Батько на небесах чує і знає наші проблеми та потреби, чує наші моління. І в цей день Він також бачить і наші прохання, і наші скорботи Він бачить. Отже, будемо кликати до Нього, співати цей псалом, і Він той, який дає відповідь, Він той, який розрадує для сердець і потіху. Хай Бог благословить. Thank you.
Exhausted.
дорогі всі присутні, хто є сьогодні тут, хто бачить нас в онлайні, хто буде бачити пізніше, хто є в залі. Ми, як християни, діти Божі, які любимо Господа, ми кажемо, що до цього місця нам допоміг Господь, слава Богу. І хоч в такий час, здається, можливо, хтось скаже, ну, старша людина вже відійшла в вічність, молодий відходить, якось так більше шкодують. Але я хочу сказати, це відійшла та людина, яка дуже близько серцю тих людей, які до цього часу прожили і пройшли разом з нею. Це самі найбільші, сама ближча родина, які діти, коли вони проважають своїх батьків, це велика розлука. Хоча розлука дітей з батьками, але коли батьки уходять і до якогось періоду времени завжди вони були з мамою, да, з татом, це є звичайно розлука. Ми знаємо сестру Раю як член церкви, довші роки в церкві нашій, Милосердний Самарянин. Вона завжди була такою, ну, я би так сказав, шустрою, веселою, бадьорою, незважаючи на труднощі її життя. І навіть останнє, коли декілька днів назад ми їхали в Мексику, разом з моєю Танею ми рішили заїхати перед самою дорогою, вже заїхали і разом ще помолилися, помазали оливою. І ви знаєте, вона так каже, ви їдете в Мексику, вона так єлі говорила. І каже Таня до дочки своєї, ще я хочу дати пожертвування, ще оцих $100 ще передали, ще хай буде на Мексику. І що цікаво, що коли ми повернулися, Таня і люди розказують про те, що мама все время говорила, Боже, благослови їх в Мексиці, Боже, благослови їх там. Вона повторяла ту молитву. Людина, яка жила Богом, любила Господа, любила церкву. І мені доводиться сьогодні прочитати некролог. Я прочитаю його, хоча в якійсь частині того некролога я сам можу сказати, що бачив її життя, яке було тут, а її участь таку. Завжди прагнула в зібрання. Навіть трудно, все одно йде. Все одно йде через всякі труднощі, через всякі переживання. Родилась Кривецька Раїса Ніколаївна в Білорусі, Брестська область, Барановичський район, деревня Єжона. В сім'ї тружеників християн третього покоління. Родилась вона болезним ребенком. До 3 років не ходила. З большою любов'ю вихаживали слабого ребенка родителі і бабушка. І вона виросла умним, енергічним, трудолюбивим і добрим чоловіком. В 1968 году, після окончання строїтельного училища, була направлена роботу в город Пінськ, де і зустрілася зі своїм будущим мужем Константином. Бог подарив їм 6 дітей, 4 дочери, 2 сина і 12 внуків. Життя не балувала, часто були трудності, трудні обстоятельства, але вона ніколи не падала в отчаянні. В возрасті 24 года Раїса прийняла Ісуса Христа своїм спасителем і стала членом небольшої церкви в поселке Лагішине. Вона приймала саме активне участь в житті церкви, служила пінням, читала стихи, посещала больних. Вона вложила багато сил і часу в будівництво молитвенного дому в поселке Лагішин. Імея своїх 6 маленьких дітей, вона завжди знаходила час допомагати пожилим, одиноким людям, багатодітним сім'ям і вдовам. Ее сердце всегда было открыто для всех нуждающихся, хотя она переживала и гонения за веру, была уволена с работы, получала много упреков со стороны окружающих и соседей. Не раз вызывали ее в школу за то, что дети посещали церковь и не были членами комсомола. Но ничто не сломало и не смогло сломить ее веру в Бога. Ее дух был всегда тверд в Господе. В 2004 году Раиса с мужем эмигрировала в Америку, и здесь были свои радости и горечи. Несмотря на нужды в своей семье, она видела и нуждающихся. Как могла, помогала не только своим близким и родным в Белоруссии, но и совсем чужим людям. Ее энергичность и трудоспособность удивляли всех окружающих. Раиса никогда не жаловалась на жизнь, хотя и очень тяжело болела на протяжении многих лет. Она благодарила Бога за прожитый год, а в конце жизни за каждый прожитый день. По приезду в Америку Раиса и Константин принимали активное участие в служении церкви, также со своими детьми, в миссии «Милосердный Самарянин». Как активный член церкви, Раиса посещала церковь, молитвенное общение. Ее часто можно было увидеть, когда сестры лепили пельмени для поддержки нуждающихся. Активно работала в гуманитарном отделе, часто в складе миссии перебирала одежду для Мексики. Ну а в осенний сезон она ездила с группой в сад, собирая фрукты для проектов, для поддержки проектов служения миссии. В работе трудно было обогнать.
часто бегая в своих апартментах, она разносила бюллетни миссии и рассказывала о служении в разных странах. До последнего вздоха молилась за семью, за всех родственников, а также за миссионеров. 30 сентября 2021 года в 7:45 вечера на 72-м году жизни после 5 лет продолжительной борьбы с тяжелой болезнью ушла в вечность наша любимая, дорогая жена, мамочка, бабушка, сестра и близкий человек. Не будет уже солнце служить ей светом дневным и сияние луны светить ей, но Господь будет ей вечным светом и Бог ее, славою ее. До встречи у ног Иисуса Христа в вечных обителях. Я хочу сказати, що, так як в початку говорив, знаєте, вона навіть останні дні, це знають родина, близькі, хто відвідували її, вона мала такий невеличкий город, або такий, як я б сказав, навіть садочок біля свого, в апартментах, біля своєї хати, і завжди переживала, як там квіти, чи ті цвіточки, каже, полити, як там то, як там то. І її просто радувала природа, їй завжди хотіло жити. Вона казала, я хочу жити. Але Небесний Отець розпорядився так, щоб там забрати її в свої небесні оселі, де їй набагато, звичайно, краще. Тому ми співчуваємо, як церква, всім рідним, близьким. Хай Господь потішить вас. Амінь. Слава Богу, дорога церква, слава Богу, родина. Приносимо співчуття від нашої родини, від нашої сім'ї, також від церкви Милосердний Самарянин. І наш Бог, Він є добрий Бог. Амінь. І я хотів би просто зробити об'яву. Хто хоче своїм родственникам включити, зараз йде пряма трансляція через YouTube. Можете до мене звернутися, або до Даніка, або в кому треба, просто текстаніт, ми вам дамо линк, і ви зможете поширити. Або після служення можете зайти на наш аккаунт і можете потім шер зробити, поділитися. Зараз вийдуть сюди родственники, вони будуть співати, і також пастор Паша Кузьмінчук, то родственник, він скаже слово коротко. Після того Данік, після пісні і після Даніка скаже Саша, внук, свідчення. А далі ми скажемо об'яву. Хай Бог благословить. Прошу, Паш. Миром, дорога церква, з миром, дорога родня. Искренние соболезнования для семьи своего родного брата, всех родственников. Понимаем, что когда человек уходит с этой земли, это всегда непросто. Вы знаете, Слово Божие нам говорит, что смерть – это враг. Помните, есть написано одно из мест Священного Писания, что еще будет такое событие, когда сам Господь низложит этого врага под ножи ног своих. Но другое место Священного Писания говорит нам, что смерть является приобретением. И вот интересно, как же здесь понять все это и разобраться? Так что же такое смерть? Это враг или приобретение все-таки? Знаете, один мудрый человек сказал однажды так, что Бог говорит языком, который никогда не ошибается. Он управляет рукой, которая никогда не дрожит, и пишет пером, которое никогда не марает. То есть мы понимаем, что в Божьей премудрости случайности нет. Аминь. Я вот посмотрел, Раиса Кривецкая написано май 30-е, 1950 год. Потом, видите, стоит такое небольшое тире, написано сентябрь 30-е, 2021. 30-30. Я не думаю, что это случайность, я думаю, что это божественная закономерность. А вот это вот маленькое тире, друзья, это наша жизнь. Я припоминаю еще там, когда в Пинске, в Белоруссии, когда тоже в одной семье они потеряли отца, ушел вечность, и они сильно печалились. Вот. И мы пришли в эту семью, чтобы их посетить, и я обратил внимание на один стих, который
висел в ихнем доме. Вот буквально заходишь, на стенке висел этот стих, и он гласил примерно следующее. Когда ты родился или когда ты пришел в этот мир, то первое, что случилось, что случается, когда мы приходим в этот мир? Да, там было написано «ты заплакал». Это первые признаки, что мы приходим в этот мир. И дальше было написано так, а весь мир заулыбался, правильно? Весь мир улыбнулся, это правда. Родилось дитя, все родственники приходят, поздравляют, слава Богу, прекрасное. И потом там стояла такая запятая, вот она похожа на этот прочерк, знаете, этот тире. Было написано следующее, проживи жизнь так, чтобы когда ты умрешь, весь мир что сделал? Заплакал, а ты улыбнулся. Друзья, знаете, хорошее, очень глубокое высказывание. Я думаю, что действительно вот эта тире, это как пар, являющийся на малое время, а потом что? Исчезающий. Действительно, нам нужно, живя на этой земле, наша сестра Раиса, она уже с Господом, и понятно, что мы сейчас больше говорим для живых. Я думаю, что всякое такое богослужение – это очень хорошее осознание нашей жизни. И мы должны еще раз и еще раз поразмыслить о ней, как мы живем, как мы идем. Вот. Насколько вот этот дефис, он обладает глубочайшим смыслом нашей жизни. Я тоже имею такое небольшое воспоминание о нашей сестре. Я перед тем, как скажу, прочитаю Откровение, 14 глава. Мне кажется, этот стих полностью подходит ей. 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Я задал в начале вопрос, так что ж такое смерть? Это действительно приобретение или это определенный враг? Конечно, по нашей душе, наша душа никогда не сможет воспринимать смерть. Она всегда ежится. Нам всегда больно, уходят родные. И это реакция нашей души. Но большое благословение, большое счастье у верующих людей, потому что для верующих людей, которые в Господе, смерть – это не просто враг. Смерть – это что еще? И приобретение. И здесь написано «блаженны умирающие в ком? В Господе». Вот в чем счастье, вот в чем благословение. Мы прекрасно знаем, даже смотрите, сейчас у нас богослужение, оно проходит в простом духе. Когда, допустим, умирают неверующие люди, я бывал на таких похоронах, думаю, что вы были, у них безысходность. Они там буквально могут рыдать до такой степени, плакать, бросаться даже на гроб и так далее. А почему? Потому что они понимают, что человек уходит в вечность, только другую безысходность. А мы понимаем, что это временное расставание, и что у нас впереди совершенно другая вечность, где мы встретимся. Слава нашему Богу. Сестра Раиса меня всегда ласково называла, она называла меня Павличек или Павлуша, когда мы заезжали в Лагишин. Она действительно была трудоголик. Она всегда хотела показать все, что она посадила, как растет. Она всегда хотела нас угостить этим, всегда приносила. Ну, как было уже сказано, действительно очень позитивный, веселый человек, радостный, радуется жизни. И всегда, ну, я не знаю, ну, по крайней мере, в отношении нас всегда было гостеприимным человеком. И даже уже, когда здесь, в Америке, и когда она уже заболела, и мы тоже приходили ее посещать, вы знаете, она не останавливалась. Вокруг ее апартментов я удивлялся. И помидоры, и огурцы, и кабачки какие-то. Все росло. Все росло. Она даже нас угощала, возьмите с собой. Это действительно человек, который так просто не мог сидеть и сложа руки, знаете. Человек всегда трудился. И вот здесь написано, пришло время, и сейчас она уже
успокоилась от всех своих трудов. Она пошла на небо. Поэтому, дорогие родные, не грустите чрезмерно. Пусть Святой Дух будет вашим утешителем в этом. Понимаете, что это временное расставание, а впереди у нас всех вечность. Встретитесь со своей мамочкой, и пускай Господь обильно благословит. И сейчас мы вместе хотим с братом и со своими родными сестрами спеть песню. Пожалуйста, выйдите сюда. Для меня счастливые мгновенья, с той поры, как жизнь стал понимать, первым моим другом утешенья для меня была, конечно, мать. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько ты ночей не досыпала, сон наш охраняла и покой. Часто надо мной молясь рыдала, чтоб благословил Отец благой. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Сколько раз меня ты охраняла, вознося молитву на устах, со слезами Богу доверяла, чтоб хранил Творец в своих руках. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Помоги, Спаситель нашей жизни, нам достойно матери ценить, чтобы с детства к Богу приводили, научи нас верить и любить. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту твою. Слава Богу.
Богу, братья и сестры. По милости Божьей, в Доме Божьем. В это печальное, печальное такое время или трудное время говорить, знаете, я вот не привык говорить такие слова или быть на этом месте, потому что очень тяжело говорить. Но есть печаль и есть радость. Вы знаете почему? Я вам скажу. Печаль, потому что наша мама, мы с мамой расстаемся. Но есть радость. Мы с мамой нашей встретимся где? На небесах. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, много было сегодня сказано. Да, мама наша была очень добрым человеком. Очень добрым человеком. Она последнее, что у нее было, она отдавала последнее. То, что было у нее. Она даже сама не доедала, но она давала то, что у нее было. Вы знаете, очень много можно говорить, но еще будут говорить дети про нее. Мама, она была молитвенницей. Она любила молиться. Она говорит: «Детек, давай помолимся. Дети, давайте помолимся. Помолимся за пастора, помолимся за церковь, помолимся за тружеников». Она любила дело Божие. Она любила, чтобы дело Божие распространялось, еще многие люди получали спасение. Она нас вдохновляла, потому что у нее было такое желание, великое такое желание, чтобы мы постоянно, постоянно молились. Когда ей было очень тяжело, 5 лет, даже чуть больше мучения, это страдание. Через эти мучения, через эти страдания она говорила: «Дети, внуки, давайте, будем молиться». Да, ей было очень тяжело, но как она могла, так она молилась. Я верю, что Бог услышал ее молитву. И она сейчас на небесах радуется, и она сейчас смотрит на нас, и смотрит на нас в радости, правда? Она радуется. Но мы на земле, мы скоро придем туда, и там с ней встретимся. Да благословит всех нас Господь. Я благодарю всех, кто пришел на все место. Вместе разделили общение. Благодарю братьев и сестер, благодарю оркестр, благодарю руководство церкви, благодарю, кто занимается аппаратурой, всех благодарю. Спасибо вам. Слава Богу, братья и сестры. Моя бабушка, она была такая добрая. Тяжело говорить. Она такая всегда была добрая, когда у нее самое последнее, придешь к ней домой, и она все отдаст самое последнее. Она такая: «Внучек, на тебе сок, на тебе то, на тебе пару долларов». Когда я был еще маленький, я все время приходил к ней. У нее все, например, мама или ее мамина сестра купит ей, например, еду или что-нибудь, она все последнее даст, у нее какие-то малины или какие-то ягоды, она все отдаст, себе не, сама не съест и нам отдаст. Я помню, даже когда мы маленькие были, мы с сестрой, она все время нас в магазин водила, и у нее даже нет денег последней, она такая: «Видимо, мы хотим конфеты или что-то, и самое последнее нам отдаст». И она так любила свои цветы, и даже до последнего она, чтобы кто-то ей огород полил, она уже в последние пару месяцев у нее так рак, она еле ходила, но все равно разговаривала, чтобы кто-то ей огород полил, она так любила свой огород. Мы куда-то поедем на vacation or somewhere, привезем ей цветы, она так любила их посадить. И даже каждый день я приходил к ней, даже когда у нее уже последняя стадия рака была, и она так была рада меня видеть. Все время прихожу и после работы сразу и целую. Она такая: «Сашка мой», мой любимый внучек. Она была так рада меня видеть. Даже ей так трудно было. Но она все время, когда я приходил, радовалась, что я к ней пришел. Знаю, нам очень трудно сейчас, бабушки нету. Но нашей бабушки нам не будет хватать, но я знаю, что она сейчас с нами, с нашим Господом на небесах радуется.
Зараз дочка Таня, наверное, да, перша, попробує. Ми будемо молитися за них, щоб Бог їм дав сили. І також дочка Люда. Пусть Бог благословить. Ти знаєш, мама, жизнь остановилась з тих пор, як ти ушла, не движется вперед, и я, возможно, по-другому жить бы научилась, да только сердце изнутри сжимает, жжет. Скажи мне, мама, почему так получилось? Ведь мы совсем не ждали, что уйдешь. Пропала радость, все так изменилось, порой от боли даже не уснешь. Прости мне, мама, что порой я злилась, ах, если б знала, что не вечно ты живешь. Я день и ночь бы за тебя молилась, как жаль, что ничего уж не вернешь. Вернуть бы маму на мгновенье, сказать все то, что не успела ей сказать, обнять как прежде, нежно, нежно, и гладить плечи, руки целовать, и рассказать, как не хватает, и попросить прощения за все, сидеть прижавшись, рук не отпуская, и говорить ей обо всем. Ведь знаю я, что в дверь квартиры войти не сможет мама никогда.
не поцелует, не прижмет, как раньше, не спросит, как мои дела. Я по тебе скучаю очень сильно, мама, скучаю так, что трудно рассказать, как я хочу, чтоб ты была бы рядом, но нет пути, дороги нет назад. Мамулька, милая, родная, куда мне боль свою девать? Душа кричит внутри надрывно, тебя всегда мне будет очень не хватать. Брати, сестри, вставши, заспіваємо всі пісню про маму. Ночі пізній час, тихо навкруги, тільки ти не спиш, мамо моя. Я думаю, хто має мами, а хто, можливо, і мам, можливо, вони відійшли вічність, але ми пам'ятаємо ці моменти, коли вони до пізньої ночі чекали нас, молились за нас. І це дійсно давало нам життя, і життя з Ісусом Христом, тому що вони стояли в молитвах для того, щоб ми славили і величали нашого Небесного Батька, щоб ми дійсно були з ним, і також в майбутньому досягнули Небесного Царства і мали зустріч з ним, і нехай Бог благословить. Oh,
Брати і сестри, слава Богу! Я думаю, що можна за 72 роки, що вона жила, прожила, вона оставила хороший слід, слід в кожного. Я згадую останній раз, коли вона приходила в служіння, вона там сиділа постійно, я пам'ятаю, зайшов. Ми зустрілися поглядом, я підійшов до неї. Говорю, сестра Рая, як ви? Хоча фізично вона не хорошо себе почувала, але вона так подивилася. Я побачив в її очах радість. І вона каже, я радуюсь, що я в служенні. Я радуюсь, що я в церкві. Знаєте, така зустріч не завжди зараз супроводжує, коли заходиш в церкву, але дійсно чоловік, який, людина, яка на протязі 5 років вона бореться з болезнью, але кожен раз, коли я її бачив тут в храмі, в церкві, в неї була радість. Сьогодні для нас, молодого покоління, це є хороший примір, приклад, образець тому, що старший чоловік, будучи 5 років больною на рак, вона спішила в церкву. Вона цінила церквою. І слухаючи близьких, і знаючи її життя, перше, що я хотів би прочитати один вірш, це буде притчі, 4 розділ, з 23 вірша. Більше всього хранімо, храні серце твоє, потому що із нього істочники житті. Пастор Паша Павло, він говорив про смерть. Що є смерть, да? Но в притчах написано, да? Чоловік уходить, фізично вже його немає на цій землі, но осталися родственники, осталася церква, де вона вложила, осталася місія, осталися люди, які покаялися із-за того, що вона трудилася. І, брати і сестри, для нас, ми сьогодні бачимо, що свідчення розказують про те, що в неї, вона любила труд. Фізичний труд, вона трудилася, і більше всього труд на діло Боже. Зараз люди зайняті багато чим. Бізнеса, роботи. Навіть немає часу прийти в храм. Навіть немає часу прийти помолитися на будні. Можливо, деколи там зранку, чи ввечері, в неділю. Но сьогодні приклад для нас. Вона і на молитву, коли її привозила, вона була, і ввечері, і утром. І слава Богу за таких молитвенників. Труд, непростий труд, але вона несла. Наступне, що я записав для себе, це позитив. Да? Мама була позитивом. Не просто так. Я пам'ятаю, коли ми приїжджали на Норвуд і з молодіжу колядувати. Знаєте, то, ну, за неї заходиш, до неї заходиш, далі вже тобі не треба думати. Ну так, пішли сюди. Вже цим треба зайти. От там їм треба. Чоловік позитив. Больно. Але в неї є позитив, в неї є радість. Я прочитаю ще раз. Більше всього хранімо, охрані серце твоє, тому що із нього істочники житті. Її істочник житті був тут пропитаний добром. Позитиви. Для нас, молодь, що приносить щось радість? Радость чомусь новому? Ілі радость того, що ми знаємо Господа, що ми можемо служити Йому. Наступне, що зараз дуже трудно знайти в людей, це є вірність, вірність. Чоловік був вірен, і в служенні, і в церкві, постійно, і в молитвах, і в жертвенності. Вірність не тільки Богу, вірність обществу, друг другу. Що треба було? Стара Рая знала,
кому що і коли треба. І вона молилася. Молитвенниця. Вона дала примір, як внук Саша, він говорив, казав, що бабушка постійно молилась, да? Родственники постійно молились. Вам дала примір. Зараз повинні молодші взяти оцю естафету. To carry on. The youth. It's time to rise up. Занять її місце. Образець або взірець. Тому, що ми подражаємо. Тому, що ми сьогодні розказуємо і нагадуємо. Но для нас ми повинні взяти оцей урок. І після сьогоднішнього служіння ми повинні включитися. Якщо ми просто так жили, ми бачимо її свідчення, говорить про те, що вона жила для всіх. Всього давала. Любила. Тепер нам треба показати свою любов до неї, жити і поступати, як вона. Сьогодні говорилося про жертвенність. Вона все віддавала, постійно жертвувала. Брати і сестри, ми зараз помолимося за їхню родину, що будуть браття говорити, буде пісня. Під час цієї пісні ми рішили з братями, я думаю, що і кожен член Милосердних Самарянин, і також других церков, і гості, і родственники, ми сьогодні підтримуємо їх фінансово. Ми зробимо цей збор. Давно і був іншуренс, він перекриє щось. Ну, родственники по-любому, вони мають розтрати. Ми хотіли просто благословити. Ви знаєте, сьогодні не кожен проповідник і не кожен пастор на похоронному служенні є стільки людей, як сьогодні в неї є. Не на кожному похороні пастора або служителя, проповідника, місіонера сьогодні грає оркестр. Но Господь так все устроїв. Господь, він є устройство. Він бачив її, да, дочка моя, Раїса. Він позаботився, що сьогодні ми всі прийшли. Ми помолимося, щоб Бог їх укріпив, благословив. І з тим самим ми постараємося вложити свою лепту, щоб розділити з ближніми, піддержати їх фінансово. Вона віддавала все. Вона віддавала то, що мала. І сьогодні то, що ви маєте, що ви можете, давайте ми вділимо. Давайте ми, вставши, помолимося за родину і зробимо цей збір фінансовий для родини. Господь, перед всем, ми дякуємо тобі, що ти навчаєш нас, Господь, щоб ми хранили своє серце, з якого виходять всі істочники життя, Господь. Ми дякуємо тобі за нашу сестру Раїсу, Господь, яка була вірна, яка була трудолюбива, яка була жертвена, і вона працювала на діло Боже, Господь, яка мала позитивну енергію, де вона розпространяла по всій, Господь. Вона була молитвенницею, слава тобі за неї, Господь. І ми дякуємо тобі, що цей час ми могли бути разом на цій землі, Господь. Ми дякуємо тобі за брата Костіка, Господь, який сьогодні сумує. Але ми віримо і знаємо, що ти є потіга, Господь, що Дух Святий потішає всіх близьких, Господь, за дочок її. Слава тобі, за зятів, слава тобі, Господь, за внуків, слава тобі, Господь, за все родство, слава тобі, Господь. І ми просимо тебе, потіші, Господь, і також ці фінанси, Господь, хай це буде благословенням для цієї родини. Нас благослови надалі, це служення благослови. Все слово, яке буде говориться, воно говориться сьогодні для нас, Господь. Благослови. Тобі честь, поклонь за все, хай несеться. Амінь. Сідайте. Thank you.
want to start off by thanking everyone for taking the time out of their day and joining us in this memorial service to honor our beloved grandma. Я хотел начать из того, чтобы поблагодарить всех, кто пришел сегодня, взяли время своего дня для того, чтобы разделить это служение вместе с нами по смерти нашей бабушки. On behalf of our family, we greatly appreciate all the love and support we have been receiving during these challenging times. От имени нашей семьи мы хотели поблагодарить всех вас за всю помощь и поддержку, которую вы нам давали в эти трудные моменты или в трудное время. Our grandma was a truly amazing person, and I have no doubt that she was loved by many people. Наша бабушка была очень прекрасным человеком, и я верую и знаю то, что она была любимой многими людьми, которые сегодня здесь есть в комнате или с нами вместе. Looking around this room today and seeing the amount of people that our grandma touched brings us honor and joy, knowing that her 72 years here on earth truly made a positive impact. Посмотреть, сколько людей сегодня пришли, и каждый, кто был близко, знаком с нашей бабушкой, это для меня есть большая честь и радость для нашей семьи знать, что за 71 год жизни ее на земле она действительно принесла хорошего много в жизнь людей. Our grandma was very special to all her grandchildren. Наша бабушка была очень близкая и дорогая всем ее внукам. It didn't matter if we lived next door or in a different country, she would always be there for us. Независимо от того, если ты живешь близко возле нее или в другой стране, она постоянно знала про нас. She loved all of us equally and would help us in any way she could. Она всех нас любила одинаково и постоянно старалась нас поддержать, нам помочь. Growing up, we enjoyed spending time with our grandmother. We really loved it when she took us to the park or to the stores. А когда мы вырастали, мы очень любили проводить время с нашей бабушкой. Мы очень любили, когда она брала нас в парк или в магазин. Whenever our parents would say no to us, we would always ask our grandma to convince them to say yes. И постоянно, когда наши родители говорили нет, мы знали, что мы можем прийти к бабушке, чтобы она говорила наших родителей сказать так. Our grandma would always share her wisdom with us, and she always wanted us to succeed in everything we did. Наша бабушка, она постоянно делилась своей мудростью и постоянно желала, чтобы мы во всем преуспевали. We didn't always make the best choices, but our grandma would always stand by our side. Не постоянно мы выбирали хорошие направления, но она, бабушка, была постоянно возле нас. She never judged us or shamed us for what we did. Она никогда не судила или говорила на нас, она была возле нас. Instead, she would lovingly guide us to make better choices. Она постоянно давала нам хорошие советы, как стать лучше и выбирать лучшее. Our grandma always prayed for every single one of us every single day. Наша бабушка постоянно молилась за каждого из нас каждый день. Her prayers are the reason why we are all alive and healthy today. Ее молитвы — это есть, почему мы сегодня все живы и здоровы. Our grandma prayed for us until the day she became unresponsive. Наша бабушка, она молилась за нас до того дня, когда она же не могла молиться. No matter how hard it was for her, in her final days of life, she never missed her daily prayer. Независимо, как плохо она себя чувствовала, в свои последние дни она никогда не пропускала каждодневную молитву. Her prayers helped us succeed in college, our careers, and they kept us safe. Ее молитвы, они помогают нам в колледжах, помогали нам в колледжах, так уж в наших работах, и они сберегают нас. Our
Our grandma is the strongest woman we know. Наша бабушка, она самая сильная женщина, которую мы знаем. She endured so many difficulties in her 71 years of life. Она пережила много трудностей в свои 71 год, что она прожила. From raising six children in Soviet Union to immigrating to the United States. Она выращивала 6 детей в советское время и также эмигрировала в Америку. No matter what life threw at her, she always had faith in God. Независимо от того, что кидала жизнь в ее сторону, она постоянно имела веру в Бога. When our grandma was diagnosed with cancer in 2016, the doctor said she had 3 months left to live. Когда ей поставили диагноз нашей бабушке в 2016 году, доктор сказал, что у нее есть 3 месяца жизни. Her faith grew in the Lord, and she knew that she was going to live longer than that. Но ее вера в Бога росла, и она знала и верила, что она будет жить дольше. Battling cancer for the past 5 years wasn't easy for her. А бороться с раком за последних 5 лет не было очень легко. From having radiation appointments at 6 a.m. to having chemotherapy appointments in the afternoon. Она прошла радиацию, аппойтменты начинались с 6 утра, потом химиотерапию, аппойтменты после обеда. She fought cancer until her last breath. She never gave up, and she always had a positive outlook on life. Она боролась с раком до последнего своего вздоха, никогда не унывала и постоянно смотрела позитивно в будущую жизнь. Her desire to live and serve others is what kept her alive. Ее надежда на жизнь и также желание служить другим людям, близким, давало ей жизнь. She could never walk past a homeless person or anybody in need without helping them. Она никогда не могла пройти возле бездомного или человека, который требует помощи, чтобы просто пройти, она помогала. She lived a humble life, and she didn't have much, but she was willing to give that very little that she had to help others. Она прожила свою жизнь, не имеючи много, но то, что она имела, у нее было желание отдать с того немногого, что у нее было, чтобы помочь другим. We wish we had more time with you and tell you everything we didn't get a chance to say. Мы хотели бы иметь больше времени с вами, бабушка, чтобы вам рассказать то, что мы еще не успели. You left us too soon. Но ты ушла сильно рано. We know that you are in a better place rejoicing and celebrating life. Мы знаем, что ты в лучшем месте, и ты радуешься там, празднуешь жизнь. You left a legacy behind you for all of us to carry on to the future generations. Но ты оставила большую историю, ту, которую мы должны перенести и передать наступному поколению. You helped shape us into the adults we are today. Ты помогла нас создать в взрослых людей, которые мы сегодня есть. We hope that we can make you proud in everything we do. Я надеюсь, что мы тебя не подведем и ты будешь довольна теми, кто мы есть. We know you'll be watching down on us and helping us navigate through life. Я знаю, ты будешь смотреть на нас и будешь помогать нам, как прожить эту жизнь. We love you and we miss you. Мы очень сильно любим и мы скучаем за тобой. You will always live in our hearts. Ты будешь постоянно жить в наших сердцах. We can't wait until we see each other again. Мы не можем дождаться того времени, когда мы увидимся снова. This isn't a goodbye, it's see you later. Это не есть прощай, это увидимся скоро. Амен. Аминь.
благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас и дарующий нам всякое утешение, так, чтобы мы могли также утешать других, которые находятся в скорби. Я выражаю свое соболезнование вам, брат Константин, дочери, хотя я знал, что вы стирая, но я потом скажу, как я знал. И сегодня, обращая наше внимание, я хочу прочесть место Священного Писания. Кто принимает вас, принимает меня. И кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды во имя ученика, говорю вам, не потеряет награду свою. Слава нашему Господу! Сидя, слушая и размышляя, сегодня днем, я приехал на это место. Почему? Я скажу, потому что 30 лет назад в доме брата Кости, я думаю, вы помните, в поселке Логишине мы проповедовали. Образовывали, сегодня вспоминал кто-то, что сестра Рая таскала кирпичи. Это уже было с Леней Пустыновичем. Там уже строил Леня Пустынович. В день моего отъезда в Америку там был рукоположен один брат из пастырей, и ваша семья очень активно принимала участие. Но когда мне пришло на память, размышляя о тех годах, все-таки 30 лет, и наша память уже притупляется, молодые, они, могут быть, еще так и не сознают это, но мы уже, к сожалению, иногда вспоминаем долго. Но я помню, это были 90-е годы. После кинотеатра «Родина» большой, после одного из собраний, где было очень много людей, сестра Рая и брат Константин сегодня, он машет головой и согласен со мною, они приглашали нас на обед. Конечно, мы в основном отказывались, потому что старались еще вечером, то ли Доброславка туда поехать, и там проводить служение в домах культуры. Но я помню один момент, когда нас 5 человек, и мы уже сказали, ну, на этот раз, в это воскресенье мы будем. Сестра Рая, брат Константин, еще кто-то был у вас, там двоих было людей. И они накрыли такой стол, что мы удивились. Это и сегодня, когда пришли гости, ну, я закажу пиццу, я закажу еще что-то. А это было время, когда сахар по талонах, мука по талонах. Сегодня, молодые, вам непонятно, что купить сахара, это деньги имеешь, но нету сахара. Деньги имеешь, но муки нету. Нужно получить талоны, а потом постоять в очереди. Я не помню, в каком возрасте были дети, и были ли, ну, там маленькая комната, но они были, я их, ну, приводили на собрание, может быть, они помнят свои детские годы, но я сегодня думал и думаю, когда зашел сюда и слышу, говорят, ну, все то, я сегодня живой свидетель, я не родственник, я мало знаю, но то, что сегодня я услышал, это истинно. Да и аминь. Она старалась, она прибегала, она молилась. И вы знаете, помню нас в церкви Свет Евангелия, когда они приехали в Америку, сестра Рая нашла меня и говорит, Николай, ты должен срочно ехать в Логишин. Там в церкви проблема.
Ну, знаете, как, все-таки расстояние и все остальное, и не это время. Но я хочу сказать, она очень никала. Кому-то кто-то сегодня говорил, последние там $100 едет на Мексику. Она отдавала. И я прочел это место Священного Писания. Кто принимает вас как учеников, кто принимает пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. Слава нашему Богу! Вы знаете, еще одно скажу. Я уже так немножко повернусь к молодым людям. Я сегодня, когда шел, я говорю, там будет духовой оркестр. А мне говорят, ну, уже пожилые люди, столько похорон, мы уже все, вот это болезни, все. А я говорю, наверное, будет там будет играть сегодня. И я вспомнил из своей жизни пример, я хочу его оставить вам. Это было больше, чем 30 лет назад. Это было, когда мне было 21 год. Я тогда служил на флоте и приехал домой в отпуск. И когда я уезжал в час ночи, пинские помнят, что там ходил поезд на Минск в час ночи. И вы знаете, там собралось меня провожать примерно 100 человек молодежи. И вот когда они запели, они не могли идти с музыкой, с гитарой там или с чем-то, полиция сразу разогнала бы. Но они вышли и запели. Они запели так, что весь поезд, все, кто был на вокзале, они услышали ангельское пение. Примерно через минут 30 меня находят в купе. Ну, легко было, потому что я был в форме. Меня находит один человек. Один молодой человек подошел ко мне и говорит, кто вы? Я услышал нечто, нечто такое, что я не слышал. Если бы я знал, что на моих похоронах вот будет такое пение, я готов все отдать, я готов все положить, но лишь бы услышать, хотя я, чтобы это сделано было, это очень важно. Сегодня ваш труд, да благословит вас Господь и да воздаст вам Господь, потому что сегодня, трудясь во имя Господа Бога, вы во славу Его сегодня совершаете большой труд. Слава нашему Богу! Аллилуйя, слава Ему! Велик наш Бог! Некогда Бог сказал Аврааму, это был случай и момент, когда его племянник отделился от него. И Бог сказал ему, посмотри на север, посмотри на юг, посмотри на восток, посмотри на запад. И Авраам поднял, возвел свои очи, посмотрел. Племянник отделился, пошел. А там он выбрал себе такую хорошую местность, где как сад Божий, где орошаемая вода. Он посмотрел. И, наверное, на таких похоронах мы смотрим и вспоминаем те моменты жизни, когда был север, когда были трудности, когда были проблемы, когда были недопонимания. Мы вспоминаем, когда южный ветер приносил нам облегчение, приносил нам утешение. Наше сердце наполнялось чувствованиями Господа нашего Иисуса Христа в великой мере. И мы радовались, посмотря на пройденный путь. Мы вспоминаем и говорим, слава Тебе, Господи, что до сего места Ты провел нас, Ты сохранил нас, Ты даровал нам Твое утешение, и сегодня Ты даруешь нам его. Велик наш Бог. Слава Ему. Но Священное Писание говорит, когда мы взираем на видимое, то видимое, оно проходящее, а когда мы смотрим на невидимое, то это невидимое вечно. Слава нашему Богу! И дальше продолжается, когда этот дом, наш земной дом разрушится, то мы имеем жилище на небесах.
дом нерукотворный, вечный. Поэтому мы сегодня поднимаем и говорим: слава тебе. Мы сегодня смотрим, мы сегодня имеем наши глаза, как физические, так и духовные. Мы часто смотрим, наблюдаем, слышим, и мы не знаем, как поступить, что сделать, куда пойти, куда бежать. Там проблемы, там наводнения, там ураганы, там люди умирают от различных эпидемий, в том числе и у нас. Мы тоже подвержены этим болезням, и мы смотрим. Но наш взор должен быть поднят. Как к Аврааму пришел Бог, говорит: возведи очи свои и посмотри на звезды, сколько их там. А сегодня Дух Святой, сегодня мы имеем право дерзновения приходить к нашему Господу Иисусу Христу. И взирая на начальника и совершителя веры, мы имеем это утешение в наших сердцах. Да поможет нам Бог. Пусть наши глаза будут сегодня подняты к нашему Богу. Пусть будет наша уверенность и наша надежда, который дает нам обетование, который дарует нам утешение, который Он ведет и на путям. Слава нашему Богу! Поэтому, дорогие друзья, еще раз повторяю, что сестра Рая, подтверждая то, что говорят дети, то, что говорит руководство церкви, какой они видели 30 лет назад. Она была строителем, она была там, в Логишине. Она камни, она слово, она молилась для того, чтобы дело Господне росло и распространялось. Да поможет нам Бог поднимать наши взоры к небесам, а оттуда приходит помощь. Помощь от того, который сотворил небо и землю. Помощь от того, который вошел на небеса и воссел одесную Отца на небесах. Слава нашему Богу! И Он сегодня дарует нам это утешение, что мы будем там, где Он. Слава Ему! Аминь!
Брати і сестри, час невпинно збігає. І зараз ми будемо мати відео, а після відео, а там фотографії. Після того пастор Валера Байко, він приведе до молитви. І після молитви, під час оркестра, ви будете мати можливість просто значить, з цієї сторони зайти і вийдете по центру, принести свої соболезнування для родини. І також, якщо тут пройдете біля фотографії. І похорон буде в четвер. В четвер на Ауберні. На яку годину? На 10 часов. Родственники просили, щоб бути осторожним, тому що там буде два. То не той, що буде там на кенопі або під дахом, а там рядом буде, так? Так що осторожно дивіться. Хай Бог благословить. Прошу, якщо можна, Віталій.
Слава Богу, братья и сестры, драгоценные друзья. Наверное, прежде всего хотел бы выразить тоже свое соболезнование, свою поддержку для брата Константина и детей, внуков, всех близких, родных, сестры Раисы Николаевны, сестры, которая сегодня на слуху здесь, на этом собрании, по той причине, что, как уже было сказано, время ее пришло оставить эту землю, а нам попрощаться, вспомнивши прекрасные, добрые времена и сделать какие-то выводы для себя. Я понимаю, что больно. За последних 2 года я лично 2 раза пережил это. В январе этого года отца похоронил. 2 года назад, в августе 2019 году, маму похоронил. И мне очень близко и очень понятно ваши переживания. Скажу больше. Я помню после смерти мамы. Я себя никогда не ощущал так, как ощутил 2 недели спустя. Я понял, даже до конца то, что я не ценил ее, наверное, молитвы, переживания и так далее. Я понимал, она это делает, но ощущать так, когда это потеряно, ощутил, когда ее не стало. Поэтому я понимаю вас, понимаю то, что вы переживаете, понимаю все те скорби, все те переживания, которые сейчас на вашем сердце. Это все естественно. Она сделала все, что могла, она вложила. И это большое благословение. Пусть Бог вас утешит и благословит. Мое личное знакомство с сестрой Раей. Я знал, что в семье, что есть в Лагишине семья Кривецких. Но близко я не знал до тех пор, пока мой двоюродный брат, это Даниил, не положил глаз, я так по-простому скажу, на дочку сестры Раи Люду. А я с Даниилом детство провел. Он на год старше меня, поэтому мне, конечно же, обязательно нужно было знать, что же будет у него за вторая половина. И мне было важно, чтобы она была хорошая, добрая и благословением для него, потому что это мой брат, за которого я переживал. Я хочу сейчас сказать о следующем, друзья. Если бы даже я не знал больше ничего о сестре Рае, но зная Люду, я сейчас скажу, потому что я больше ее знаю, чем остальных, то зная Люду, которая является братом моего женой, я хочу сказать слава Богу и спасибо, брат Костя, и сказал бы, но ее уже нету среди нас, сестры Рая, за то, что вы родили благословенных детей. Наследие, внуки потом от них. И я верю, что даже это уже большое благословение для этой земли, которую оставила сестра Раиса с братом Костей, который сегодня еще здесь. Слава Господу! Это большое благословение. Поэтому с тех пор я близко знал эту семью. И знаете, если спросить о моем впечатлении о сестре Раисе, иногда меня спрашивал, я помню, как-то однажды человек один так разговорились, а он такой, знаете, любит очень поэзию русских поэтов, и он говорит, знаешь, не знаю, есть ли в наше время женщины, про которых Некрасов писал. И он там писал, такое есть Некрасов, поэт русский, писал, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Я говорю, я знаю точно одну. Правда, как сегодня говорили, везде первая. И это, я ему говорю, я знаю одну. Может быть, и много есть таких. Но это правда. Это сильная сторона. Наверное, неспроста вашу маму назвали Раисой. Я заглянул в словарь, Раиса имеет несколько происхождений, имя Раиса. Одно из них – предводитель. Вот действительно. Она умела успеть везде, я ее тоже такой запомнил. Она умела справиться со всем. И это действительно оставляет особый след. Наверное, точно можно было бы сказать о ней, как есть в одном
в одной притче я читал, хозяин имел два работника, и один работник пришел и говорит: слушай, а чего ты Ивану платишь 5 долларов, а мне только доллар? Он говорит: я тебе сейчас объясню. Видишь, по улице повозка с сеном едет. Не знаешь случайно, сколько оно стоит, там продавец продает? Этот говорит: сейчас пойду спрошу. Пошел, спросил, пришел, говорит: ну, стоит $10. А не знаешь случайно, откуда это сено? Сейчас пойду спрошу. Пошел, спросил, сказал: оттуда везут это сено. А не знаешь случайно, не продаст ли он нам за меньше? Сейчас пойду спрошу. Пошел, спросил. И все, ходил туда-сюда. Заходит тот, который $5 получает, про которого тот говорил, завидовал ему. И говорит: хозяин, пока ты тут разговариваешь с этим, вот там повозка с сеном ехала, я уже договорился за полцены, уже выгружают, уже все сделал. Вот Раиса мне напоминает этого работника. Вот ваша мама, ваша бабушка, ваша жена. И как сегодня было правильно сказано братом Николаем, по-моему, и еще кем-то говорилось, и братом Петром, надо, чтобы кто-то место это занял. И в миссии, как брат Андрей говорил, и в церкви, и в семье, и молитвенникам, и труженикам, которая вот могла бы быть первой, которую не надо долго упрашивать, которая, как вот этот работник, пока другой 5 раз бегает туда-сюда, спрашивать, она уже все решит, или он. Такие люди уходят, и нам немного жаль. Но это доброе, что мы вспоминаем. И слава Богу говорим, хотя расставание всегда боль. Когда враги расстаются, они в адрес друг друга говорят плохие вещи. При расставании они вспоминают и говорят плохие вещи и желают чего-нибудь плохого, когда враги расстаются. Когда расстаются любимые, близкие, родные, желанные. Как-то недавно был в аэропорту, летел, перелетал в одно место, и я увидел, как прощалась одна пара. Вам правду скажу, засмотрелся, а залюбовался аж. И он плачет, и она плачет. И вижу, что уже он оторваться хочет, уже бежать туда, ему надо на секьюрити проходить. Она его не отпускает. И вот смотрю, это сцена расставания любимых людей. Так хочется быть рядом всегда. Но время приходит, ему где-то нужно было улетать, ей, наверное, оставаться, не знаю, как надолго. Вот так точно и на земле. Приходит время. 72 года спустя, от дня, когда Раиса, сестра Раиса была рождена, пришло время расставаться. И я знаю, вам тяжело отпускать. Так хочется, как говорили внуки сегодня и дети, побыть еще близко, рядом, еще немного. Но время приходит всему свое. Но знаете, друзья мои, что очень важным, о чем хотелось бы сегодня сказать. Когда-то к Иисусу, это написано в Евангелии Иоанна, 1 глава, 35-39 стихи, подошло несколько человек. И вот я напомню эту историю, что там они спрашивали или что они хотели. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий», Иоанн сказал. Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущими, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Учитель, где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Читаю эту историю, думаю, представляю эти люди, которые однажды спросили Иисуса: «Иисус, вот мы тебя слышим, мы тебя видим, еще хотелось бы еще что-то одно, побыть там, где ты живешь». Иисус говорит: «Пойдемте, посмотрите». Они пришли, написано, и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, и было до 10 часа. Я могу себе представить, как они, наверное, потом хвалились. Может быть, и позже уже, когда уже Иисус и вознесся. И они говорили:
вы его видели, вы с ним ходили, вы его слышали, а мы еще ко всему этому дома у него были. Хвалились, наверное, этим, что целый день пробыли в месте, где живет Иисус. Вот по такому-то адресу, в таком-то доме. Я хочу сказать, друзья мои, те, которые оставляют эту землю, как бы нам ни было скорбно и больно, они уходят туда, где Иисус живет. И уходят не на 10-го часа, не просто на один денек. Уходят в вечность. И часто, очень часто, наверное, мы слышим, и это правду слышим. Спроси у них, после того, когда они этот порог переступили уже, в Иисуса дом зашли на небеса. Спроси у них, хотели бы вернуться? Уверен, сказали бы, никогда. И те, которые там имели честью побыть в доме Иисуса, где Он живет до 10 часа вечера, денек один, счастливыми были. А те, которые удостоились чести, жизнь, как в Иоанна сказано, будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. В Откровении Иоанн говорил, Иисус через Иоанна, достоились чести войти в Его дом и быть уже вечно, гораздо счастливее. Я думаю, что если бы у них было право сейчас с неба что-нибудь сказать, вот как те, которые в доме Иисуса побыли, наверное, схвастались, хвалились, говорили, как хорошо, там так приятно, до 10-го беседа, общение. Если бы им, моей маме, папе, вашей маме сегодня, была бы возможность что-то сказать, они бы сказали, друзья, внуки, внучки, молодежь, Иуд, и нам всем, старшим, младшим, сказали бы, слушайте, там так хорошо в доме Иисуса. Сделайте все возможное с вашей стороны на земле здесь так верно прожить, так Богу служить, так пройти этот путь, чтобы в дом Иисуса прийти. Я уверен, они бы сказали, они бы нам посоветовали, они бы похвалились тем, как здорово им быть там. В четверг на Аубурн поедем. Маму похороним. Я, признаюсь вам правду, бывал на этом месте только когда похорона какие-то. И я должен был быть там. А за 2 года последних я был там много-много раз. Без похорон. Я так люблю прийти туда. И постоять возле 2 могил моих родителей. Повспоминать. Хотелось бы поговорить, но я понимаю, они меня уже не слышат там в земле, на небесах разве что слышат. Но что-то оторвалось такое близкое, необъяснимое. Понимаю. И вы туда зачастите, возможно, больше, чем раньше. Но всякий раз, когда вы там будете, помните. Вот это для меня это так, по крайней мере. Прихожу, смотрю на этот портрет, на эту надпись, на памятник, на фотографию и понимаю, там в доме Иисуса им лучше. И сам себе говорю, Господи, помоги мне жизнь прожить, так пройти, чтобы тоже в этот дом прийти, верность сохранивши до конца. Мне понравилось, кто-то сегодня из внуков, не помню, Таня или вторую, как зовут вас? Инна? Алина? Или Таня, или Алина, не помню. Говорили, бабушка, мы постараемся не подвести тебя. Вот что-то так вы говорили. Правильно. Постарайтесь. Сохраните, живите. Мы живем в непростое время. Ваша бабушка Рая жила не в простое время. Вы живете, мы живем в непростые времена. Дай Бог сохранить и дойти в этот дом Иисуса, куда так хотели заглянуть даже на земле люди. Даже в простой физический дом, тем более в небесный, куда многие идем. И еще одна мысль. Что нас отличает? Пастор Павел, по-моему, сегодня говорил об этом. Что нас отличает от людей этого мира, которые тоже расстаются с близкими? Иаков в 1 главе 2:4 говорил такие слова. «С великою радостью
принимайте, братья, сестры, имеется в виду тоже мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Для меня в этом стихе или в этих пару стихах центральное слово, знаете какое? Слово «зная». Когда ты не имеешь знания и попадешь в искушение, в испытание, в трудность, в скорбь, в расставание с близким человеком, когда ты не имеешь знания, это все, это тупик, это безвыходность, это депрессия, это стресс, это невозможно дальше жить, это не знаешь, как дальше жить. Но здесь Иаков говорит, с великой радостью принимайте, братья и сестры, когда впадаете в испытание, запятая, слово центральное, зная. Ах, когда я знаю что-то, я по-другому воспринимаю. Когда я знаю, что моя мама на небе, я осмеливаюсь сказать слава Богу. Когда я знаю, что испытание меня делает чище, я осмеливаюсь сказать слава Богу за трудности. Когда я знаю, что огненная печь золото очищает от примесей, так и меня, когда прохожу я ими, когда я это знаю, то проходя даже ими, этими испытаниями, я по-другому реагирую, я по-другому воспринимаю. У меня тоже слезы, у меня тоже плач, скорбь, как у нас сегодня. Но мы знаем, и это нас отличает. Вот здесь мы сидим, и мы знаем, слава Богу, да, 72 года, скорбь, расставание, больно, но мы знаем. Знаем, что жизнь не закончилась 72 годами. Мы знаем, что не просто закопается на обороне и на этом все. Мы знаем, что Раиса пошла к Иисусу. Мы знаем, что с Раисой, мы, мамой, бабушкой, женой, что? Встретимся. Когда мы это знаем, мы по-другому провожаем. Мы даже по-другому расстаемся, потому что мы знаем. Забери у нас это знание, забери. Как мне жалко людей, которые Бога не знают. Вот почему я в своей жизни больше всего любимого люблю, когда люди спасаются. Потому что когда я думаю о них, что они умирают и уходят, а кто-то их провожает и не знают, встретятся они, наверное, никогда больше не встретятся, потому что в ад уходят люди. Когда этого знания нет, Боже мой, как же это тяжело без знания. Но когда ты знаешь, ты провожаешь, даже плачешь, даже скорбишь, даже больно, даже проходишь, даже трудности, но ты все-таки знаешь. И это знание, как здесь Яков говорит, оно приводит нас в совершенство. Слава Иисусу, что Он нам дал знать. И вот здесь мы собрались, друзья мои, на это служение скорби, плача, переживания, расставания. Но знание нас проводит дальше, укрепляет. Знаете, родственники, что придет тот момент, как апостол Павел говорил, затрубит труба. И драгоценные мои, и мама Надя, и папа Костя, и папа Федя, брат Андрея, и мама Рая. И если кто-то еще в этом зале уже расстался с кем-то, и ваши папы, мамы, сестры, братья воскреснут. Я знаю это. Потому ждать воскресенья, потому ждать этой славной встречи, живя на этой земле, это так славно. Когда мы это знаем. Это знание нас проводит, укрепляет, воодушевляет, ведет, дает нам силы проходить. И может быть, люди мира этого иногда понять не могут верующих людей. Смотрят на них и понять не могут. Смотрят и понять не могут. Неоднократно наблюдал картину в странах третьего мира, где людей сжигают после смерти на священных реках, нанимают специальных людей, которые оплакивают. Такая трагедия, такой триумф, столько
фальшивых слез. Столько всего. Это потому, что люди расстаются без всякой надежды. Чтобы как-то, наверное, эту трагедию укрепить, нанимаются, как я уже сказал, специальные люди. Я удивляюсь, как они умеют плакать. Умеют. И это чтобы как-то вот это вот неимение надежды, неимение знания, как-то заполнить эту пустоту. Но когда мы знаем, мы плачем тоже. Когда мы знаем, нам тоже больно. Но эта надежда доведет нас до счастливого финиша. Слава Господу Иисусу Христу. Поэтому все собравшиеся сегодня здесь, пришедшие разделить память, почтить, поддержать близких, родных. Наверное, где-то я себя могу сбоку поставить и сказать, что и я среди родственников, потому что через Даниила, брата моего. Так что хочу сказать от имени всех спасибо. Но она ушла, а мы остались. И дай Бог нам, имея это знание, дойти до этой вечности с верностью, чтобы завершить наш путь с благодарностью. Ехал как-то в поезде отец и вез сына. Сын сидел на коленях и усынал. А папа его и по щекам, и за уши дергал, и развеселить пытался, и в окно показывал. Спать не давал. Люди, которые в купе сидели, в поезде рядом, сперва молча смотрели, потом внутри возмущались, потом между собой шептались, какой плохой отец. Сын спать хочет, а он ему не дает. Дергает его, в окно показывает, по щечкам как бы так бьет аккуратно, чтобы тот не заснул. Потом возмущаться начали не только между собою, а начали ему высказывать. И кто-то один не выдержал, сказал, что ты за жестокий отец? Не даешь сыну поспать. И тогда папа, когда все успокоилось, этот отец сказал, я везу своего сына после какой-то процедуры медицинской, я не помню, как это называется. Ему сейчас введено такое лекарство, что доктор сказал, ему нельзя спать следующих 6 часов. Если он уснет после этого лекарства, он больше не проснется. Потому я, как папа, зная это, делаю, может быть, какие-то вещи, которые вам непонятны, но я это знаю. Поэтому я так веду себя. И когда люди не имеют знания, они по одному реагируют. Папа плохой, то другое. Помните, я только что говорил. Но когда он знает, чем чревато было заснуть ему сыну, это знание другую реакцию дает. Вот то же самое еще раз хочу закончить этим. Делает знание нашей надежды, знание нашей уверенности, знание того, что даже когда мы впадаем в трудности, в скорби, испытания, когда мы знаем, Яков говорит, знаем, центральное слово, зная, когда я знаю, что это приводит мою веру в терпение и так далее, к совершенству, он говорит, по-другому тогда я к этому отношусь. Пусть Бог прославится. Время, друзья мои, помолиться. Еще раз в этой молитве, прежде всего, приглашаю поддержать молитвою близких и родных. Дух Святой – это Дух Утешитель. Так как Он утешает, никто не утешит. Я это помню по себе. Никто, как Он. Поэтому помолимся, чтобы Дух Святой, как Дух Утешитель, поддержал близких, родных, которые проходят этот вот период расставания, особой скорби. Первое. Второе. Помолимся, друзья мои, поблагодарив Бога за жизнь сестры, о которой мы сегодня вспоминали. Поблагодарим Господа. Чудесно было слышать. Мы говорили, немного таких людей есть, но вы есть. Особые, но есть. У каждого есть свой темперамент. У каждого есть свой характер, у каждого есть какие-то свои сильные стороны, и мы сегодня говорили, и я впечатлен, помню сестру Раю, я за ней не угнался бы, хоть моложе ее на 30 лет. Вот сильная сторона, вот умела она, вот Бог дал ей. Ну, Раиса, предводитель, что сделаешь? Слава Богу за таких. Так что поблагодарим Бога за 72 года прожитых.
И третье. Господи, помолимся. Дай нам сохранить. Мы знаем, придет тот момент, когда через надежду на Тебя, через веру, верность Тебе мы встретимся. Помоги нам остаться достойными и в жизнь прожить для славы Твоей. Бог да прославится. Аминь. Встанем для молитвы. Отец наш, мы благословляем Твое имя и благодарим Тебя. Слава Тебе и поклонение. Хвала Тебе и благодарность, Господь наш. Отец наш Небесный, в этом сегодняшнем собрании памяти, в этом собрании, Господь Иисус, когда мы провожаем последний путь здесь земной, в вечность, нашу сестру Раису, прежде всего благодарим Тебя, что мы сегодня это делаем, Господь Иисус, здесь, в церкви, не просто где-то, а в доме Твоем, Господь. Слава Тебе за это. Господи, мы благодарим Тебя за прожитые годы сестры Раисы, о которых сегодня с честью, с достоинством вспоминалось. О том, как она жила, что она делала, как она трудилась. Господи, мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты вдохновил ее быть вот такой человеком, которая хотела помогать, служить, делать. Это не был тот человек, которого надо было упрашивать, уговаривать. Это был тот человек, который всегда стремилась. Такой мы ее запомнили. И благодарим Тебя, Господи. Помоги ее место, чтобы не пустовало. Благослови, Господь Иисус, чтобы другие взялись и делали таким же образом. Благослови, Господь. Прошу Тебя за близких и родных, за дочерей, сыновей, за мужа, за внуков. Для них это самое дорогое. Расставание с мамой, с женой, с бабушкой. Я понимаю, Господь Иисус, как это нелегко отрывается здесь. У нас есть земные узы. Мы плотью связаны все еще. У нас есть душевные страдания от этого. У нас есть скорби, переживания. Это все естественно. Я прошу Тебя, Дух Святой, как Дух Утешитель. Ты знаешь, как каждому персонально, близкому человеку, сестры Раи, послать утешение, дать покой. Через, Господь, знание того, что нас ожидает в будущем. Через знание того, что мы воскреснем и будем с Тобою и с умершими до нас, ушедшими уже к Тебе. Утешь нас этим, благослови нас в этом. Прошу всем нам, здесь на земле остающимся, все еще жить, сколько Ты позволишь, дай сохранить верность. Дай, Господь Иисус, быть твердыми в уповании, ревностными в служении. Господь Иисус, Боже, быть теми, Господь, которые тоже могли бы прожить жизнь так, чтобы в завершении можно было свидетельствовать о добром впечатлении, о прекрасном следе. Слава Тебе за это. Благодарю Тебя за наследие, за благословение Твое. Прославься и будь возвеличен. За все Тебе слава, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас під час оркестра, оркестр буде грати, ви можете пройти сюди під стіною, пройти возле родственників, возле фотографії і на виход туди. Пусть Бог благословить. Похорон в четвер на Ауберні на 10 часов. Божих благословень і всім. Спасибо, хто прийшов, родственники, близькі, служителя і також оркестр. Thank you, guys.